У каждого человека своя судьба. Ветеран Великой Отечественной войны Илларион Илларионов из Ядрина недавно отпраздновал вековой юбилей, но в свои 100 лет хорошо помнит мельчайшие подробности своей жизни. Илларион Илларионович лихо играет на балалайке. Хотя пальцы уже не те, не так хорошо слушаются, говорит ветеран. Он родился в деревне Янгиреево, что в Ядринском районе. Родители раскулачили, и они были сосланы в Сибирь. Как только появилась возможность, вернулись назад. После окончания школы Илларион Илларионов, выучившись на счетовода, устроился в колхоз «Красный маяк», где проработал 3 месяца. Но судьба вновь сыграла злую шутку. Из-за путаниц в документах о реабилитации семья была отправлена в Кировскую область на лесоповал. Ветеран помнит буквально каждую страницу непростой семейной истории. Но фронтовые воспоминания – особая боль. На фронт боец попал лишь в 1942 году. Пройдя учебные курсы пулеметчиков, его отправили под Ржев, где шли кровопролитные бои. В одном из авианалетов Илариона Илларионовича контузило. Тогда немногие из его полка остались в живых, вспоминает ветеран. На волоске была и его жизнь. Очнулся он только в ноябре. За проявленный героизм ветеран награжден орденами Георгия Жукова, Отечественной войны второй степени, медалью за победу над Германией. Вместе с женой Илларион Илларионович вырастил 5 детей, 4 сыновей и дочь. Теперь они ему поддержка. Александр Соловьев, Алексей Зотиков, Валерий Резюков, Республика.